Привет, девчонки и мальчишки! Как я и обещала в своем видео про то, как я остановила выпадение волос, сегодня будет мой доклад о мытье волос натуральными средствами. Это ржаная мука, сода, горчица и глина. И мой эксперимент начался где-то примерно полгода назад. На тот момент это были волосы, не крашеные, уже где-то 2-3 месяца. Я делаю на этом акцент, потому что натуральные средства на крашеные и на не крашеные волосы действуют все-таки немножко по-разному. И об этом я расскажу чуть позже. Первым моим опытом был эксперимент с ржаной мукой. Ее я размешала с водой до консистенции сметаны, нанесла на волосы, немножко помассировала, затем смыла. И, пожалуй, это средство для моих волос подошло меньше всего, потому что волосы после этого стали немножко тускловатые, и жирницы начали где-то на 3-4 день, хотя до этого я всегда волосы мыла раз в 2 дня. И еще было очень непривычно, что волосы после этого мытья, они совершенно ничем не пахнут. То есть мы привыкли, что у шампуней там куча отдушек, и они остаются и на следующий день, и через день после того, как помыл голову. Но здесь нет, волосы абсолютно нейтрального запаха. И такой интересный момент, как-то у меня закончилась ржаная мука, и я решила помыть голову обычной пшеничной мукой. Тоже размешала до сметанообразного состояния, нанесла на волосы, смыла, и когда я их высушила, я реально убедилась в действии такого вещества под названием глютен, которое содержится во всех практически зерновых от слова «глю», английского «клей», то есть волосы настолько склеились между собой, что их вообще невозможно было расчесать, и только после третьего мытья волос с содой я смогла нормально расчесать, и этот клейстер смылся с моих волос. Ребят, если вы продолжаете что-то есть с глютеном, постарайтесь его минимизировать, потому что вы же не хотите, чтобы этот клей приклеивался к внутренним стенкам вашего кишечника. Сода. И здесь уже, конечно, не сметанообразное состояние, а больше это можно назвать полоскание. Я брала 2 столовые ложки на 2 литра воды и полоскала этим составом волосы. Здесь нужно очень индивидуально подбирать количество воды и количество соды, потому что немножко больше соды волосы могут быть сухими, немножко меньше соды жир останется, но мытье волос содой мне понравилось намного больше, чем мытье ржаной мукой, потому что волосы после нее блестят. Единственное, что после окраски волос химической краской сода смывается чуть хуже. А почему я покрасилась химической краской? Потому что я в очередной раз убедилась, что ни хна, ни басма, ни индийского, ни иранского происхождения вообще на мои волосы никакого эффекта не дает. То есть слегка небольшой такой рыжевато-темноватый оттенок, и очень мне хна и басма пересушила кончики, к сожалению. Поэтому, когда после хны и басмы я не увидела никакого эффекта и покрасила обычной химической краской, то сода вот здесь вот у корней очень хорошо вымывала, но она оставалась на кончиках. Поэтому тем, у кого волосы не покрашены, я бы рекомендовала попробовать помыть волосы содой. Потом я попробовала мыть волосы горчицей, и мне очень понравился этот эффект, который стимулирует кровообращение, и волосы действительно после горчицы были чистыми. Но единственный момент, что она очень печет кожу головы и очень прям въедается в глаза. Что я надевала шапочку в душе, что не надевала, это просто был яд для кожи. Затем я попробовала мытье волос глиной, ее тоже нужно замешивать до сметанообразного состояния, и я пробовала очень разные, там, желтую, розовую, зеленую, голубую, черную, и на мои волосы лучше всего подошла зеленая и голубая, она как раз самого-самого мелкого помола, так сказать. Но единственное, по эффекту на волосы она схожа с ржаной мукой, то есть волосы немножко блекловатые.
и перепробовал все эти 4 метода по отдельности, я придумала свой идеальный состав. Я беру 1,5 столовых ложки глины голубой. Вот такая вот у меня голубая глина. Потом 1,5 столовых ложки горчичного порошка. У меня такой горчичный порошок, есть такая колбаска и хлебушек, ням-ням. Вот так это примерно выглядит. Глина и горчица. Сюда добавляю 1/2 от сока лимона, для того, чтобы волосы хорошенько поблестели. Затем для приятного запаха, к которому мы так привыкли, используя обычные шампуни, я добавляю несколько капель эфирного масла. У меня сейчас масло чайного дерева, есть еще лаванда, есть анис. Можно использовать любое, которое вам нравится. Добавляю немножко водички. И размешиваю все это до сметанообразного состояния. Вот такая консистенция у меня получилась. И технология. Первым делом я захожу в душ, мочу волосы, намазываю этот шампунь-маску на них, хорошенько массирую, надеваю шапочку, провожу там минут 10-15, и уже в конце я смываю с волос этот шампунь-маску. Мне очень нравится использовать именно такой вариант смеси горчицы, глины, эфирного масла и лимонного сока, потому что волосы в моем случае не жирнятся в 2 раза дольше, то есть 3-4 дня они блестят и они очень классно пахнут. Еще хотела сказать, что после того, как я в очередной раз очень неудачно покрасила волосы хной и басмой, и она мне очень высушила кончики волос, поэтому я купила вот такое вот масло для волос. Это может быть какое угодно. Вот здесь есть, здесь написано, что органическое масло ростков пшеницы, репейное масло, мята, семена. Семена аниса и льна. И когда я наношу на волосы такое масло и держу где-то, может быть, 1-1.5 часа, по моему опыту такое масло не смывается натуральными средствами, поэтому специально в этом случае и в случае, когда я крашу волосы химической краской и потом смываю эту краску, я купила для себя вот такой вот шампунь Natura Siberica, шампунь для крашенных поврежденных волос без SLS, пег, минеральных масел, силиконов и парабенов. Написано 99% натуральные компоненты. Такой же шампунь продается в обычных баночках, но я обратила внимание в супермаркете, что вот в таком пакете он стоит в 2 раза дешевле, а по составу я посмотрела одно и то же. И этим шампунем я пользуюсь где-то 2 раза в месяц, то есть когда я покрасила волосы и нанесла маску, и может быть спустя 2 недели, когда я еще раз готова к тому, чтобы использовать это масло. Вот такой мой опыт. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какими вы натуральными средствами пользуетесь для волос. Мне будет очень интересно. А также, может быть, вы порекомендуете мне какую-нибудь натуральную краску для волос без хны и басмы. Я буду очень вам благодарна. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много интересных видео. Пока-пока!